Доброе утро, ребят. Доброе утро всем. Мы делаем оладики. Вот такие. Соленые, кстати. Соленые. Саша захотел соленые. А как хозяин дома захотел, так и все хотят. Соленые. Милана уже начинает нас с утра задалбывать. В плане, что то включи, то завяжи. То еще что-то сделай, короче. Включаем. Все, под крышечку. Крышечка маленькая. А где крышка? Вот крышка. Ну, мне кажется, сильно не подымутся, потому что, видишь, я не сильно густую делала. Я не знаю, я когда много муки добавляю, у меня они получаются такие, как твердые, да, Саш, не мягкие. Какие-то твердые. Это нормальные получаются. Ну, иногда мягенькие, но в основном вот не сильно. Потом мы покушаем. Саша пойдет в магазин. Я хочу сырный суп сделать на обед. Такой сырный суп с плавленными сырочками и сосисками. Но я не знаю, какой именно сделать. В смысле, какой? А, не знаю. А, ну тут вот я не знаю, что вот есть спагетти чуть-чуть как раз осталось, я использую на супчик. Вот. А на вечер хочу пюрешечку и курицу целую запечь. Если найдешь, Саша. Курицу целую найду? Ну я не знаю. Курица целая всегда продается здесь. Ну вот купишь. Только я ж замариновать не... Ну да. Но она ж не замороженная, никогда не продается. Замариновать, я говорю, ничем не смогу, да, получается? Да маринуй, я буду выбирать. Или может в сметанке замариновать? В сметане можно. Чесночка добавить. Да, только ты мне список напиши, что покупать, и я... А я вообще могу чем угодно замариновать, а ты просто филешку ешь. Да, конечно. Да, как для вкуса. Я напишу, конечно, да. Молочку надо детям, ну, актимель я найду, творожки вот эти вот. Ну да. Куплю. Сейчас ты купишь, знаешь что? Я хочу какой-то йогурт мне. Можешь и себе большую упаковку. Только не сильно процентов, что мало было. Есть такие. С каким вкусом? Какой будет? Может, ты хочешь какой-то определенный? Нет, я не хочу. Ну, вишня, персик можно. Без разницы вообще. Ну, жидкий йогурт ты имеешь в виду, да? Я жидкий, да. Хорошо. Куплю. Можно со злаками даже. Подняли, смотри. Иду. Где-то вот хорошо пожарили, где-то. Ой, ой, ой. Куда-то села. На него. Так, это сюда. Это сюда. Пам-пам-пам-пам. Что я хотела? Я хотела взять. Что, салфетки? Салфеточки. Блин, надо обычные салфетки. И промакивать туда будет. Ну, выкладывать на салфеточку. Пышные у меня получились. Думаю, может, хоть вкусные. Да, я думаю, 100% должно быть. Ты конечно. Думаешь? Ты даже уверен в этом. Ну, посмотрим. Так. Маслица еще есть. Они пышные, потому что, может, муки мало, знаешь, я же не сильно густую такое делаю. Плюс ханка. Ну как? По соли я не знаю как, потому что там же муки этой соли, я не могу теперь понять вообще сложно. Так.
Надо с Милашкой какой-то, надо сегодня выйти погулять, 100%. Пойдем, да? Я сварю суп. Ты можешь отдохнуть, а мы с ней пойдем. Чего это? Я тоже хочу пойти погулять. А, смотри. А может, в парк сходим? Погода вон, смотри, какая классная. Ну да. Че я отдохнуть, Саш? Ну я сварю суп, его быстро делается, вообще быстро. И все, и пойдем. Да? Конечно, погуляем. Хорошо. Да? Тогда мне надо будет, наверное, немножко налички снять, потому что вдруг она захочет на машинке покататься. Ну, конечно. Я тогда сейчас в банк загоняю, чуть-чуть денег сниму. Да, только постарайся все по-быстрому делать, да? Я пока свою... Ну, я никогда медленно все не делаю. Я всегда стараюсь быстро. Так, надо Милане отложить, чтобы остывало. И сметану. Принеси просто сметанку. Мама вчера яйца привезла. Сало. Сало привезли. Такое вот. Ну, мы его не едим. Люда, может, будет есть, я его не ем. Там у тебя еще рыба лежит, ты помнишь? Ну, не сильно соленая. Не сильно? Ну, а подожди. Ну, я имею в виду, вот, я чуть немножко добавила. Не соленая. Не, нормально. Как раз нормальная. Сильно соленая не надо. А у нас сегодня, ребята, ЧП произошло. Что-то этот бачок внутри... Система начала выделываться, не смываться унитаз. Я ее полностью разобрал, перебрал. Чуть-чуть немножко другой уровень воды сделал на этом поплавке. Теперь поменьше набирает. И это... Че? 25%? Ну, вроде вода не течет. Вроде вода не течет, вроде держит нормально. Короче, вот эти все катаклизмы, они так напрягают, честно говоря, иногда. Так, ну вроде там вода не течет в бачке, нормально. Ну а смотреть. Мне кажется, будет течь. Нет. А мне кажется, будет. Это ж я сделал. Главное уже какао холодное. Пускай сейчас сойдет. Список пиши. Не сиди. Сейчас поедим, я сразу пойду. Ну что нужно? Не стой в проходе, а то там кадр плохой. В темноте стоишь. Так, значит. Курица. Целая напиши. Сосиски, только хорошие. А картошка у нас есть? Картошка надо. А лук надо? Так там у тебя луковица, он лежала в картошке. Это же на пюре, ты понял? Побольше за, да, получается? Да. Сырок плавленый или что? Ой, точно. Ну, сейчас я напишу все. Насыплю. Ладно, у нас певица. И поэтесса. Сама себе песни придумывает. Ну да, ну да. Так. Так, плавленые. Ну я напишу сырки, хорошо? Да. Сырки. А. Так.
HTML и напишу творожок. Ты понял, что маленькие да. Творожки? Творожки напишу. Творожки. Творожки и йогурт. Йогурт нам. Болишь, вот? Нет, я просто стою так поставил руку. А ничего. Что ты плачешь? Где я плачу? А чем? Я не плачу. А чем не плакать? Господи. Так, курица, сосиски, картошка, сырки, тимель, творожки, йогурт мне. Не жирный. Что еще? Молоко надо? Там молока целая бутылка, по-моему. Да? Так, сметана есть. Яйца есть. Это есть. Масло хлеб есть. Масло есть. А, ну яблоки и бананы. Ну, фрукты напиши, да. Яблоки. Милана с Сашей едят так яблоки. Я одно вечером всем и все. Саша штуки 4. Милана приходит, садика тоже штуки 2 точно ставит. Вода не надо, вода есть. Все, написано. Блин, ну тоненький получился. А что тебя огорчает, что тоненькие получились или что? Ну да. Ну ладики ж, когда делается, хочется, чтобы они пышные были. Ну, во-первых, они у меня еще мало постояли. А хлеб у нас есть? Да, хлеб у нас есть. И лаваш есть, и тот лаваш есть, и хлеб есть. Все есть. Сахар есть, вон сахара еще у нас 3 упаковки, рафинада. Ну да, жидковато у меня немножко получился, жидковато, поэтому они не поднимаются и по этой причине еще. Ну ничего, ничего, ничего. Давай, подожди, салфетки. Хотя, блин, это не первая необходимость. А во сколько же мы туда выйдем? Ну, как припарень вернешься, так и выйдем. Все от тебя зависит. Ну, сейчас я быстро перекушу. Я как бы, я могу начать суп готовить, а сосиски и сырок, он в конце бросается. У меня же картошки нет. Ну во сколько выйдем, ну, во сколько да. И будет, господи, шо на горячие. Да, совсем тоненькие получились. Совсем тоненькие. Что там делаешь? Что там делаешь? Мусор забираю. Саша, иди кушай. Мила, иди кушай. Уже ж тут готовой. Все, что она будет сидеть? Иди, доченька, покушай. Я уже готова. Иди, солнышко мое. Иди кушай. Уже другие носки одела. Мила, ты не мои носки сейчас затаскаешь все. Мои новенькие носочки одела. Надо выбирать свои новенькие носочки. Иди кушай. Иди кушай. Давай. Милаш, иди, оладики будешь? Ну, пойдешь, Мила. С какао. Вот такой трюк. Ну, так, у меня не страшно. Папа, у меня дитя взял лупов. И все хочу. Обратите внимание на ее юбочку. Она попросила везде ее засунуть. Ну, покажи юбочку в бантиках. А ну, попка первая. Садись, кушай, мама. Смотри, папа. Ага. Дотя, садись, мама, вон приготовила оладьи. Садись. Садись.
Все, давай. Ребята, все сказали, ребята, чтобы да, ты поела. Чтобы ты покушала, ребята, сказали. Мила, ну все, давай кушай. Давай, лука. Давай? Хвостик завязать? Давай хвостик завяжу. Я всегда кашу. Да ну я... Мила, ну надо, ну, еду же ж попадает в волосы. Ну, дочка, я кашу еще. Пусть тебе красивая дочка. Давай, давай, кушай. Пробуй мои мамины оладики. Только они солененькие. Ну, давай, со сметанкой кушай. А ну покажи ребятам, как ты кушаешь. Очень вкусно. Да ты еще не поела. Очень вкусно. Ешь давай. Милан, не один какао пей, пожалуйста. Давай, это ж запивать какао тебе папа сделал. Запивать. Да. Это не смешно. Ну, молодец, поздравляю. Что? Обрелась чуть-чуть. Милан. Ага. Так. Ой, мама, телефонов куча. Приятного аппетита. Готово. Да. Готово. Приятного аппетита вам. Спасибо. Я парочку съем и побегу в магазин. Что ты сказал? Парочку скушаю, побегу в магазин. И ты бери. Что ты с недовольным лицом жуешь? Приятного аппетита вообще-то. Спасибо. Милан, вкусно? Вкусно хоть? Вкусно, дочь? Да, с нас еще те. Операторы. Операторы. А эти вообще тоненькие. Да? Еще тоньше, чем. Не, можно муку, в принципе, добавить. Ну, последние. Ну, не будет. Не будет потом. Давай я наложу. Можно? Если я наложу. Спасибо, доченька. И тебе приятного аппетита. Спасибо. Еще один. И все. Здравствуйте. Ешь? Что еще один? Ты же ничего не съел. Ты еще не съел. Ой, я опять таблетку забыл. Дай мне таблетку. Ты папа. Ты папа. А ты мама. Ты мама. Я мама? Алиса, стоп. Ты папа. Ты папа. Ты папа. Мама, ты папа. Милана, кушай, приятного аппетита. Когда я ем, мама. Когда я ем, я глухий не ем. Все.